Молодежь Калмыкии в этом году привлекла на реализацию своих проектов более 21 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков. «Наша молодежь все больше проявляет себя в общественной жизни Калмыкии, и мы должны активнее с ней работать», – прокомментировал Хасиков. Также он отметил, что Республиканский центр молодежи помогает ребятам со всей республики в реализации их проектов. От консультации на стадии идеи до составления смет для участия в конкурсах. Если в 2018 году общая сумма грантов составила 5 миллионов рублей, то в 2019 было выделено более 25,5 миллионов рублей. Ну а в этом году сумма грантовой поддержки составила более 21,5 миллиона рублей. Может быть, в абсолютных величинах это не очень большие деньги, но это хорошая стартовая площадка для своего дела. Главное, чтобы молодые люди понимали, что их слышат и все в их руках, подчеркнул Бату Хасиков.